Народ, всем привет. Решил небольшой такой ролик записать по поводу приманок. Вот, значит, моя стандартная коробочка микроджиговая. Соответственно, очень большое количество здесь тант разнообразных. У меня фетики маленькие. Копия на мегабас. 5 фетики. Вот, и здесь, значит, вот разнообразные танты. Да, тандрюхи танты, эти даггеры 40 миллиметров. Вот, но самые мои любимые приманки вот последние пару лет — это танты от Суперконтинент, причем вот такой вот цвет. Использую их вот везде в микроджиге, вот, соответственно, три пачки, три разных размера. 25-й на мормышку. Жрет любая рыба. Вот такой вот цвет. Я даже не помню, какой есть деньги. Интересно. Ну, короче, вот такой вот красный. Вот, соответственно, это 30... 40-е, наверное, да? Это, по-моему, 50-е. Или 35-е, 50-е. Они в трехразмерности бывают. Вот этот цвет ест любая рыба. Я на него даже в городском пруду поймал форель. То есть непонятно вообще, откуда она там взялась. Но факт остается фактом. Карась много в большом количестве. Окунь. Одна форель. Лещ. Плотва. Красноперка. Голавль. Жереха не помню, не ловил я на... А нет, ловил, да, ловил. Жерехов тоже. Точно, да, на этой, на мелкой речке, на своей. Ну, в общем, в принципе, любая бель, уклейка, там, что угодно. Вот этот цвет, я покупал несколько цветов, и вот такой вот красный, он прям у меня, ну, в выигрыше оказался, заметно лучше на него клюет. Отличные приманки, стоят очень недорого, то есть по отношению к тому, что если у нас здесь, да, заказывать. То есть вот пачка, где 100 приманок, вот этих маленьких, она стоила на распродаже на Али, я покупал, ну, я купил раз сразу много пачек, у меня там, не знаю, запас на жизнь, наверное, вперед. По-моему, 125 рублей. Сейчас где-то 220, но все равно это 100 приманок. То есть у наших литейщиков там цена будет значительно больше на 100 приманок. Ну и если к коробочке вернуться. Вот андрюхины приманки тоже отлично ловят. Такие-то аджерингеры. Танточки вот такие вот. Фиолетовенькие, красивые. Соответственно, фетики вот у него такие прям мягенькие, хорошенькие. Попробовал их и на Шри-Ланке рыба клевала. Но на Шри-Ланке он рыбу предпочитал больше вот лох цвет и танту почему-то, не знаю. Ну, прям вообще на танту она намного лучше клевала, чем на остальные виды приманок. Блин, хвост оторвал. Ну ладно, это не такой прям проблематичный момент. Там все равно хвостик длинный. Вот. И, соответственно, что у меня еще хорошо. Моси вот в таком вот виде. Но это уже такие погрызанные у меня здесь. Всего, что не есть, этого осталось. И, соответственно, вот такие крикозябры. Не помню, как они называются. На них иногда тоже очень хорошо рыбка клюет. Вот моя ходовая коробка. В принципе, в основном это танты разнообразного размера, даггер, ну вот у меня в одном цвете, аджерингеры и, соответственно, фетики. Вот не фетики, а эти обычные Swing Impact. Такие мягенькие, это, по-моему, от так я покупал. Было на зоне распродажи по 60 рублей всего за пачку. Купил сразу тоже какое-то количество. Ну, такая коробочка. Цвета все мои любимые. Это фиолет, лох, соответственно, у меня почти нет никакой зелени. Ну вот красный, да, мой любимый теперь. Вот, в принципе, я готов с этой коробочкой идти на любую рыбу без проблем. Тоже коробочки любимые, мейховские 10-10. Вот для микрухи, я считаю, вообще отличная коробка. Теоретически можно сюда резину, например, загрузить. С этой стороны груза с крючками, если как бы проблема. У меня просто, ну, несколько коробок я всегда беру на груза и на крючки. У меня отдельная мейховская маленькая зеленая коробочка. Тоже очень удобно. Хорошие коробки, неубиваемые практически все на этих. Хотя и мелкие, в принципе, мейховские коробки отлично себя ведут. Но и здесь в плане, конечно,
живучести. Я думаю, это, в принципе, коробки, которые, ну, всю жизнь проживут. Пластик отличный. В общем, как-то так. Всем рекомендую вот в таком цвете резину. Прям огонь. То есть, вот везде я на него ловил. Карелия, Астрахань, вот, Подмосковье. Везде рыба отлично клюет, берет. Любая. От судака я отлично в Астрахани, в Карелии ловил в этом году. Вот на такую танту крупную. Пошлите. В общем, все, всем хорошего дня. Солнышко светит, весна приближается, скоро запрет, но вот последние деньки, значит, можно половить рыбку еще.